чаще всего разговариваем в микрофон в нашем лагере, но лучше всего в нашем лагере это делать старший воспитатель Владимир Петрович. Громкие аплодисменты ему, встречайте. Добрый вечер, Владыка, добрый вечер, дорогие друзья. Рад вас видеть, несмотря на это неурочное время. Хотя на самом деле Владыка поздно ложится, рано встает. Друзья, если вспоминать, как и прошло это лето у нас в лагере, то буду краток, да? Первая смена у нас называлась смена «История игрушек». Спасибо этой смене и креативной группе позволили мне выйти на сцену с моим любимым плюшевым волчонком. Вот такая была смена. Именно на этой смене прозвучала в разговоре с одной мамашей фишка. Фишка этого лета, эта фраза была самая непобедимая. Представьте себе ситуацию, пятый день смены, это важно, пятый день смены, смена 14 дней. Звонок мамы в лагерь, здравствуйте, это мама такой-то девочки из такого-то отряда, очень вас прошу, напомните ей на всяком случае, что она вегетарианка. Девочка уже к тому времени была вычислена, в столовой ела нормально курицу, мы успокоились. Объяснили девочке, что курочка тоже была вегетарианкой. Вторая смена у нас была юбилейная, этим летом отметили 15-летие. Классная цифра, сегодня вот часто мы говорили про пятнашки в Северяне. Кстати, шикарный лагерь, вы согласны? Да! Давайте поаплодируем, они услышат. Юбилей был классный, на него приехали наши ребята, выпускники прошлых лет. Некоторые даже бросили съемки в Лиге смеха, в участии в дорогих корпоративах. Приехали, выступили со сцены, было безумно приятно, честное слово. Третья смена у нас была фестивальная. На этой смене было много всякого замечательного, и об этом вы увидите за моей спиной на экране. Это краткий экскурс именно в эту самую третью смену. На четвертой смене были те самые Черноморские игры, и к нам приезжал, мало кому известный Дима Монатик, но и самое главное, что приезжал Александр Кошлаков, Вадик Мирошниченко и Наташа Мединова. Это гораздо важнее для нас. И они помогли нам держать себя в форме, мы пили фрузи даже ночью много, и поняли, что это действительно едло для талантов. Смена пятая была замечательная, теплая, великолепная, и называлась она Made in UA, с чем я всех нас и поздравляю. Было о чем говорить. Ну, а сейчас, друзья мои, ваше внимание на экран, вы увидите заключительные кадры. Кадры прощания с третьей смены Аврофест. Эмоции, они, наверное, такие же, как у всех нас. Мы любим свои лагеря, и то что, видео, которое мы привозим сюда на Ладаку, оно для нас классный внутричок. Но мы надеемся, что вы разделите эти добрые эмоции с нами. Внимание на экран, ну и до встречи в Авроре. И занимайтесь своим любимым делом. Мы все с вами безумно красивые, когда делом занимаемся. A dream come true. So I'm standing here with my hand held out, knowing that your love will never fade. I stand amazed without a doubt. I wanna hear your voice in the morning when I rise. Think I know I'm just a normal man, only made of sand, except when you're by my side. Thank you.
made me better today.